Конфетти. Молодец, точно. Вы на канале Конфетти, и сегодня у нас очередной опыт. Сегодня мы будем рисовать лимонной кислотой, подкрашенной краской, да? Сегодня мы опять в нашем опыте будем смотреть на процесс, реакцию, вернее, нейтрализации, да? Ты помнишь, что это такое? Да. Что это такое? Шипучки. Получаются шипучки, Ваня, да. И для этого мы приготовили на противне соду. Да? А нет, не надо, тут неравномерно красочки будут шипеть. Это сода. И в стаканчиках у нас лимонная кислота, подкрашенная красочкой. В наших точках раз акварелью подкрашенная, да? Такой. Ну что, давай попробуем. Набери чуть-чуть краски в шприц. Ну-ка, аккуратненько, немножечко набирай. Получается? Нет, мало. Давай побольше набирай. Не правда, помочь тебе? Набрала? Хватит, хватит пока. Ну-ка, нет, давай, показывай. Теперь выдавливай это все на противень. Ой, какая шипучка у тебя получилась. Можно это есть? Нет, конечно. Тебе ну-ка, теперь губку. Красненькую. Давай рядышком красненькую добавь. По-моему, у нас реакция закончилась. Уже, по-моему, даже ничего не шипит уже, да? Весь газ вышел уже, малыш? Там еще маленькие бульки идут, пузырьки, да? Ну что, понравился тебе наш опыт очередной? Еще раз мы повторили, что такое нейтрализация, да, малыш? И поиграли с шипучкой. Ну что, с тем, кому понравился наш опыт, да. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь к нам на канал. Пока-пока! Пока-пока-пока! Пока.